Привет всем подписчикам канала и просто зрителям, и просто гостям. Всем здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами сделаем универсальную печь для рыбалки. Итак, что нам для этого понадобится? Как вы видите на экране, это два диска автомобильных, обычных. Подойдут с любого автомобиля. Если вам нужно поменьше размерами, значит более маленькие диски. Покрупнее, чуть крупнее диски. В общем, что мы будем делать? Смотрите, берем диск. Один переворачиваем. И соединяем их вместе. Потом этот шов весь провариваем. Ну что, поехали. Шов проварили, оставить здесь как раз был загиб, ударен гиб, но это место мы оставим как раз для подувалки. Будем сейчас отметили меликом, будем болгарочкой сейчас вырезать. В сборе вот такая вот печечка у нас вышла. Ножички я сделал короткие. У меня машина позволяет бросать ее целиком. А вы можете сделать их вообще без ножек. Просто ставить на какую-то возвышенность. Сейчас я напильником заточу эту часть. Убрать все осколы. И будем приводить ее в порядок.
кипело практически. Там 5 секунд 10 у нас будет полное кипение. Теперь пускай выгорит краска с дисков. Потом возьмем огнеупорную, черного цвета покрасим нашу печь. Вот что у нас получилось, ребят. Отличная печка вообще. Кипит полным ходом. Убираем. Видите, дров совсем чуть-чуть. Абсолютно используется. Такая вот печка. Если у вас есть дома старые диски, не спешите от них избавляться. Вы сможете взять такую полезную штучку себе для дома. Это не мое изобретение, увидел в интернете, решил попробовать, остался доволен. Думаю, вам какую-то пользу это видео принесет. Так что всем удачи, до новых встреч на канале. Всем пока.